Пока город спит, на улицах рисуют дорожную разметку. В Рязани одновременно работают 4 бригады, причем сразу на нескольких участках. Где-то автоматически, где-то вручную. Основные приоритеты – маршруты в школы и детские сады. Желто-белые зебры и лежачие полицейские в шахматных тонах теперь будут ярким напоминанием для водителей. Работы выполняются с применением износостойких материалов, термопластик, а также холодный пластик. Особое внимание уделяем социальным объектам, школам. К 1 сентября планируем все работы завершить. Остальные работы будут закончены до конца сентября. Общая сумма контракта 25 миллионов рублей. Работы выполняем в основном в ночное время суток, чтобы не мешать людям. У школ и детских садов все работы завершат до 31 августа. На городских улицах обновят разметку до конца сентября. Кроме того, по муниципальным контрактам ее нанесут и на участках дорог, которые сегодня капитально ремонтируют.